Короче, алоха, сахар, с вами Айзек. И сегодня я буду отвечать на ваши упоротые вопросы. Ты чё, какой офигенный, а? Я настолько офигенен, что не я целую листок, а листок целует меня. Никита, есть ли у тебя девушка? Ну, как бы девушки у меня нету, нет, погоди, ты не моя девушка, нет, я тебя даже не знаю, уйди из кадра, нет, все, уйди, нет, все, я сказал, с тобой все кончено, все. Ты иди ко мне, иди, моя дорогая моя, иди ко мне, моя хорошая, иди. Ой, какая... Почему ты решил снимать видео? На создание видео меня сподвиг мой друг, и об этом я уже рассказывал в одном из своих роликов. Он был раньше. В смысле, он был раньше? Ролик. Самый смешной момент в твоей жизни. Да. Как дела? Что делаешь? Не мешаю? Ёбу чайную ложку лимонной кислоты за подписчиков. Лёша, это опасно для здоровья. Сколько ты уже снимаешь видео? 13 минут. На что ты тратишь больше всего времени? Так, вот здесь я отвечу вот так. Как относятся твои друзья к тому, что ты снимаешь видео? Вообще херово, но если ты мне дашь чаю, я тебе скажу, что ты молодец. И ты молодец. Все, с вас чай. Если ты мне... И ты не принесешь чай. Выйди из кадра уже. Что ты такое? Чьи бы съел мозги? Хотел ли побывать в Питере? Сколько дней тебе от роду? Какая самая большая царапка и как ты ее получил? Пробовал сигареты? Подарил бы мне свой телефон? Это я! Его! Да! Очень много! Голова, труба, я пробил башку трубой. Нет! Да, конечно! У меня еще один такой. Какой главный мем из 2К16? Вжух! Флипивай кух! Ты предпочтешь общаться с человеком, который однажды тебя предал, но осознал свою неправоту, или будешь общаться с человеком, который тебя в будущем, так известно, предаст, но ты не будешь знать когда. Да, родители знают, что ты курил? Родители мои не знают, что я не курил, потому что я не курил, но они часто спрашивают, что я курил. Чё? Ты единорог? Сталкер топ. Принимал ли ты ЛСД или боярышник, или все сразу запихивал и офигевал от происходящего? Ну что ж, ребят, это были ответы на ваши упоротые вопросы. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, это как всегда где-то там внизу. А с вами был Айзек, всем пока!